Ага, так, я нажму ОК. Итак, ребят, да, начинаем новую главу «Поиски дома». Удастся ли нашему герою Джеронимо Стилтон найти себе дом, где можно остановиться, или опять будет спать в маленьком домике на площадке детской? Итак, у кого номер один? Let's start. I need to House begin. hunting begins. I need to begin my house hunt. So I turned on the computer and went to the Mouse House website. As I scrolled source listings for apartments, condos, and houses, I thought about how I need someone who specializes in solving difficult problems. Wouldn't you know it, at seconds later, an intriguing ad popped up on my screen. It was for a company called Problem Solvers. The ad says they solve problems of all kinds, from A to Z, from alligator attacks to Z-covered zebra. Very good. Okay, let's translate. Давай переводить. Я знаю, что мы в тот раз читали этот кусочек. Ничего страшного, еще немножечко переведем, да? Итак, let's translate. Давайте переводить. Я должен начать мою охоту на Это дом. поиск, да? Поиск. Поиск дома. Поэтому я включил компьютер и вошел в Маус Хаус, сеть Маус Хаус. Я пролистала Список, да, листинг, список. список квартир. Это тоже квартиры, только маленькие, да, если apartments это большие какие-то, это вот какие-то маленькие. And houses. И домов. Я А что I thought, такое я сон? думал. Think, thought, thought. Я думал. Я думал о I thought том, about как how I need it. я Что мне нуждаюсь нужно? в кому-то, который разбирается в трудных проблемах. Да, в решении, да, этих трудных проблем. Так, что же дальше произошло? Wouldn't you Um, Wouldn't you know? um, Не знаешь ли ты? A second later and секундой. секунду спустя я реклама Да, поп-ап выш появилась. появилась на моем экране. Это была компания, называлась Problem Solvers. Да, решители проблем, да, те, кто решает проблемы. Так, название проекта. The ad. Ad это advertisement, Реклама да? Да, то есть коротко, да, чтобы написать advertisement. говорила, что они Решают решали проблемы всех видов видов, да, всех видов, от совершенно. А до З. Да, от А до Я, да, как мы говорим, да. Атаки аллигаторов От аллигаторов, которые атакуют. да Z-covered, это такие в прыщиках. Covered зебра, покрытых зебра.
Зевру, да, то есть от А до Я решают все проблемы. Ребят, еще раз скажу вам, вернемся на ту страничку, да, вот apartments – это квартиры, кентонс – это тоже квартиры, ну, как объясните, есть такое, как закрытая территория, и там у них там бассейн есть, еще что-то, то есть как в какой-то комплекс, комплекс зданий, и вот там вот квартиры есть, маленькие, большие, вот в этом комплексе. Так, ну что же, как вы думаете, найдет он себе жилье или воспользуется вот этой вот компанией Problem Solvers? Давайте читать и узнавать, что же здесь у нас выскочило за такой вот advertisement, я думаю. У кого номер 2, давайте читать. Experience. Efficiency. Каролина. Давайте, Каролина, будем читать и смотреть, что же у нас тут. Где читать? А вот здесь, experience, прям в такой коробочке, вот синеньким, голубеньким вернее. Где? А вот здесь у меня мышка не ездит, вот. Experience, efficiency and professionalism. No, same. Не, вот здесь, вот здесь, так. Do you have... Do you have a problem? Problem? У кого-то телевизор играет так сильно. Так, do you have... Problem is small, medium, large, enormous. Yes, or enormous. Let us handle it. It does matter who her money no have calls her so till her if her problem and her feel free it so sooner or do you have problem? Let us handle it. Можно поближе? Окей, сейчас одну секунду поближе. Так видно? Нет, размыто почему-то. Давайте подождем. Может, я сильно увеличила? Лучше, нет? Нет. Вот, сейчас. Видно? Так. It? It there isn't. Doesn't. How much money? Matter. Matter. Снова размыто. Ау, окей. Размыто. Окей, а здесь видно вот эти вот буквы? Нет, только видно в розовом. А, в розовом. Ну давайте тогда подождем, я думала, это эти поменьше не видно. Не знаю, все выключено у меня вроде интернет. Ничего, это выключу. Вот. Видно? Так. How? How? Walker. Much? Much money will have kill all us here's a solution for a real problem and find it fine. Sorry
or late. Very sorry, frequent sorry, no problem. Will give no money back. Back, все правильно. Back if share don't такси. Такси. Так, еще почитаем? Ну, да. Давай. It. It smell like sir perfect. Perfect. Here. It lunch. It side. It didn't matter. How look? Much. Much money. He had. I. Had her mouth full of her problem solvers. Very good. Окей. Okay. Будем переводить? Мне перевести или ты переведешь? Я не понял. Давай я тогда, да, переведу? Да. Хорошо, спасибо большое за чтение. Так, давайте переводить, ребята, узнаем, что же это за объявление. Experience, efficiency and professionalism. Так, профессионализм. Experiments, опыт, эффективность и профессионализм. Do you have a problem that is small, medium, large or enormous? У вас есть проблема, которая маленькая, средняя, большая или огромная? Let us handle it. Разрешите нам с этим справиться, взять в свои руки. It doesn't matter how much money you have. Не имеет значения, сколько у вас денег. Call us. Позвоните нам. There is a solution for every problem, and we will find it sooner or later. Всегда есть решение для любой проблемы, и мы его найдем рано или поздно. We are so sure we can solve your problem. We will give you your money back if we don't succeed. Мы уверены, что мы можем решить вашу проблему, и вернем вам деньги назад, если мы не сможем ее решить, да, то есть не достигнем успеха. It seemed like the perfect solution. Это выглядело как очень даже хорошее, самое лучшее решение. The ad even said it didn't matter how much money you had. Реклама даже говорила, что не имеет значения, сколько у меня денег. How fabulous, как замечательно. Full of hope, I picked up the phone and dialed the problem solvers. Полон надежды, я взял телефон и набрал решителей проблем, да, или problem solvers компании. Так, ну давайте посмотрим, кто же возьмет трубку и что же ему скажет нашему герою. Помогут ли ему без денег? Давайте смотреть и узнавать. У кого, ребята, номерок 3, мы с вами переходим на следующую страничку. Hello. Ника, третий номер. Ника, да. Hello. On the third. Mail. Soken. Voice, да? Mail voice. Voice. Problem. Soul. Raise what's our problem? I couldn't place it, but the voice
voice son dead very familiar, familiar, family. familiar. Will I am looking for a now New. Play. Правильно прочитала? Да, place, place, new place. Place. To love, but but I am a but short. А short он са каш x Explained. 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 I explained. Explained. Don't worry about it. The voice replied. 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 Right. Don't. А вот здесь ниже, да, чуть-чуть. I. I can fix. Fix that for you. Why? That's why. Why? I am Clyde. Called the. А как это читается? Problem. Solve. Solver. How did I know? That voice it really send made so уже было, да, у нас это слово familiar to me I will fix that for your right away as что это? Ага, quick. Quick. Как им шрифта написали, да? Quick, как вроде эти быстро, quick, быстро. As can be just yesterday I feed fixed enormous problem in just the three что это? Hours, H не читаем. Hours. Eight minutes. And 20 seconds. Very good. Let's translate. Давай переводить. Можете первое предложение перевести? Да. Hello, answered the male voice. Здравствуйте, сказал мужской голос. Problem solvers, решители проблем. What's your problem?
Что за проблема? Да, какая у вас проблема? I couldn't place it, but the voice sounded very familiar. I couldn't place it. Не мог вспомнить, but... Я не мог вспомнить... Но, voice. Но... Голос. Но голос... Sounded, звучал. Звучала фамилия. Да, очень familiar — это знакомый, да, то есть очень знакомый. Какой-то голос был очень такой знакомый. Well, это... Хара. Хорошо, я... Да. Looking for a new place to live. Looking for – это искать. Я ищу. Я ищу новую... Место, чтобы что? Live. Place – это место. Место жить. Да. But I'm a bit short on cash. Short on cash, то есть нет налички, мало денег у него. Но у меня нет налички. Да, мало денег. Так, I explained. Explained, объяснил. Объясню. Don't worry about it. Не знаю. Не worry, не волнуйтесь. Или беспокойтесь, не беспокойтесь. Об этом. The voice replied. Можете помочь? Да, голос ответил. Да, не беспокойтесь. I can fix that for you. Могу. Fix. Ну, починить, да, то есть исправить. Сделать. Я могу исправить. Здесь даже, да, я могу это сделать for you, для вас. Для вас. That's why I'm called the problem solver. That's why. Вот почему. Вот I am, я... Да, вот здесь I'm called, меня зовут. Меня зовут problem solver, да, то есть решитель проблем. Откуда? Откуда? I. Я. No. No, новый. Знать, да? Знать. Ну, знаю. Угу. Я знаю. Откуда я знаю? Угу. Этот voice. Этот... Голос. Voice. Голос. Голос. It really seems so familiar to me. Он поможете? По-настоящему был очень какой familiar, знаком to me. To me. Мне, да? То есть очень знакомый какой-то. Мое. I will fix that for you right away, as quick as can be. Я решу это. Я решу. Это для вас. Right away. Right away — это прямо сейчас. Ваши проблемы. Я решу прямо сейчас. As quick. As quick. Быстро. Как быстро, да, как? Can be. Как это может. Как это может быть. Да, как можно это решить. Just yesterday I fixed and then no. Problem in just 3 hours. Поможете? Да. Только и вчера я решил огромную проблему всего лишь за 3 часа, 8 минут и 20 секунд. Ребят, я думаю, вы уже догадались, кто это такой. Кто решил проблему, да? Вчера за такой короткий срок. Так, у кого номер 4, будем читать. Спасибо большое за чтение. Thank you very much for reading. Так, давайте продолжать читать. У кого номер 4? Давайте смотреть, кто же это такой. Holy cheese.
Holy cheese. What that sounded like something I had heard before. But who was it? It's on the other end of the phone. Let me tell in front of my office. He, ой, sorry. He. Сейчас я пере. He. He continued the address in 11 Boulevard. Что такое Boulevard? Бульвард. Бульвар это как улица, да? Бульвар. I walked there right away, and when I arrived at the door, Bart opened and a chubby rodent came out. He was wearing a yellow with short with palm trees on it, and he had an earring. this left near you again, he yelled. You again, I replied with a groan. Very good, ребят. Ну, я думаю, вы догадались, это кто же это problem solver. Thank you very much. Давай переводить, please. Let's translate. Can you translate for us? Holy cheese, там святой чиз, о боже. Это звучит как... Как что-то, что я heard before, слышал. Как что-то, когда я слышал. Да, раньше, что-то я такое слышал раньше. Похоже. Но кто был в телефоне, кто разговаривал со мной в телефоне? Давай встретимся. Идти в мой офис. Встретимся возле моего офиса, да, he, он сказал, адрес был одиннадцать, Бри бульвар, да, то есть улица Бри, дом 11. Я пошел туда, и когда я подошел к двери, она открылась, и Чаби Роденс... Ну, такой пухленький, да, такой, да, полненький такой, грызун вышел. У него была желтая... Безрукавка. Рубашка. Вот она. И там нарисованы были пальмы, с пальмами, да. Деревья пальм. И эринг сережка. Да, и у нее была сережка. Ты опять он сказал. In his left ear, да? На левом, в левом. Ear. Okay. Ушко, да? Ты опять она сказала... Хи-хи, он закричал. Он закричал. Ты опять он... Ай-ай. Ай, я. Не он, да, я. Я закричал. Да, я закричал тоже, да? То есть уже прокричал. Ты опять? Ребята, опять это трэп. Трэп это двоюродный брат, да, который продал дом Джеронима Стилтон, а теперь еще будет искать его дом или нет? Интересно, захочет ли Джеронима Стилтон с ним работать вместе или нет? Thank you very much, большое спасибо. Так, у нас есть с вами, ребят, номер 5. Или уже закончились номерки? Есть номер 5? Пятый. Хлеб, давайте читать. Cheese and crackers. Cheese and crackers is возле 11 step of
Of course. So you were the mouse on the phone. She said with the chuckle. I sounded it sounded like you. Don't worry. I'll give you a special prize. Now hop in into my car and I'll show you your everything. Everything. Everything for sale, sale here in Neumouth City and the surrounding. Thousand arrows. He showed me the full moon. And ancient castle. Is it in nothing? Museum like nothing. Furniture. Natural and solid gold and gold facet. A modern apartment downtown. Downtown. Let's continue downtown. Okay. Design by famous architect. Architects and a nice house in the suburbs that seemed great and cozy and я не знаю, что почитать. A simple little cottage. Это просто шрифт поменяли. Outside in the city, in the middle of some farms. Yeah, each time Trap told me the bridge, I would begin to sob. Everything was much too expensive. Стоп, very good. Let's translate. Так, давай переводить, что же тут произошло. Можешь с вами перевести? Да, без проблем. Cheese and crackers. Сыры, крекеры. It was my cousin Trap, of course. Это был мой двоюродный брат Трап опять. So you were the mouse. Значит, ты был мышкой, на кто со мной разговаривал по телефону. He said with a chuckle. Он сказал со смехом, посмеиваясь. Я думал, it sounded like. Я думал, что это звучит как ты. Не переживай. I will give you. Я тебе сделаю, предоставлю тебе специальную цену, да? Найду тебе специальную, предложу тебе специальную цену. Now hop into my car. Теперь запрыгивай в мою машину, и я тебе покажу все, что на продажу в New Mouse City, городе New Mouse, and the surrounding area, и во всех как сказать, окрестностях. Так, he showed me the following. Он показал мне следующее. Старинный замок. Вот, ребята, видите на картинке, который выглядел с мебелью, как в музее. И solid gold and faucet. И с золотыми, из цельного золота украшен был фасад, да? Кранами, faucets. Краны из золота. A modern apartment, современная квартира в центре города. Вот здесь, да, ребят, на картинке. Это дом, это квартира. Так, дизайн, который выполнен знаменитыми архитекторами. Nice house, красивый, симпатичный домик в окрестностях, который выглядел очень уютным и симпатичным. И простой маленький загородный домик за городом. In the middle of some, посередине каких-то ферм. Каждый раз, когда Трэп говорил мне цену, я начинал реветь. Все было очень-очень-очень дорого. То есть ничего ему не подходит. Все стоит дорого. Вот видите, это маленький
красивый домик, а это вот такой загородный домик, countryside. И такой, такой, и такой, все дорого. Так, ну давайте посмотрим, найдет ли Джеронимо что-то, что он сможет купить или нет. Номерок 6, ребят, у нас есть? Finally he showed me. Кира, шестой номер. Ира, давайте читать. Finally, вот у нас абзац здесь. Finally he showed me. Finally he showed me snappy shack with creepy room and a view of toilet factory. I was right near a construction site. Mm-hmm. And the constant sound of jackhammers was deafening. Mm-hmm. Plus, it smelled terrible. Smell terrible. We continue. Вот это он ему показал. Shabby shack. Mm-hmm. Because? Because it was next to a nature preserve. Specifically for sharks. Come. Так, I for sure. Не слышно. I was sure I'd be able. Be able. To force the shark. But it was wrong. It was still too expensive. What's a difficult client you are trapped or gambled. But I do have one more, please. Wait. But I do have one more place. Okay. Please read it for us. Okay, here. Would you believe it? He led my ride to that little house in the playgrounds in Parmesan Park. Here you go, he exclaimed proudly. A house that's free to stay in. I'm the best problem solver in Yuma City, or what? My whiskers are drooped in defeat. Dive. Defeat. Defeat. Can you please be graceful, Trap Grumble? Very good. Okay, let's translate. Так, давай переводить. Хорошо, постараюсь. Так. Я уверена, все получится. Не переживайте. Finally. Наконец. Ну или в конце концов можно ведь говорить? Можно, конечно. Почему не можно? Я просто училась на художественном переводе. И даже заражает, когда переводят прям. Он пошел. Они пошел он условно в порядке на английском. В конце концов, он показал мне избушку-развалюшку. Да, вот. С дряхлой крышей. Да, это протекающий, да, такой вот мокрый, такой, да, дряхлой крышей. И не имеющий территории для туалета? Нет, с видом на фабрику туалетов, там делают туалеты. Такой вид из окна был. А, с видом на туалетную фабрику. Это была правда. Не, right near, это прям возле, то есть очень рядышком, прям возле. Рядом конструкции сайт. Да, строительная площадка, то есть там, где строят что-то новое, строительная площадка, там, где в разгаре идет строительство.
And the constant. Извините, вы прерываетесь. Сейчас слышно? Строительной площадкой. Не слышно. Где-то пропал у нас на 6. Не слышно. Только мне не слышно или всем? Я должна всем слышать. Не слышно. А, значит, это не у меня, да? Это у кого, кто читает у нас номерок 6. У кого, ребят, посмотрите. Извините, вы просто прерывались, я ничего не слышала. Все, ну давай переводи, да? Ага. Это было прямо рядом с конструкцией. Строительной площадкой. Рядом с строительной площадкой, откуда выносились звуки. Постоянные звуки. Да, джекхаммер – это отбойного молотка, знаете, такой вот большой. Вот так вот. Отбойного молотка и... Они были, да, defend, это оглушительный, то есть очень, очень громкий. Оглушительные звуки отбойного молотка. Плюс? Плюс ко всему этому пахло terrible. Ужасно. Ужасно пахло, да, вот эта лачуга вот здесь, вот видите. Вот такая вот. Так, because it was... Однако... Почему пахло ужасно там? Однако... Потому что, да? Продолжаем потому предложение, что... да, там? Да, потому что... It was next to. Потому что... Это дом, да? Развалюха это была рядом с... Рядом с хлевом. Nature Preserve это, да, как заповедник. Заповедник, который специализировался на чем? Скунсы, да, знаете, такие вот зверьки, которые запах очень плохой. Все это скунс. Потому, что рядом был заповедник скунсный заповедник. Да, так. I was sure. Я был смущен. Уверен, я был уверен. Я был уверен. Что я смогу позволить себе? Я смогу позволить себе эту хижину развалюху, да? То есть купить. Хватит у него денег на вот это все. But... Но я ошибался. Да. Это было слишком дорого. Да, и все равно это было слишком, да, дорого. Вот видите, вот это. И это он не мог позволить. Так. What a difficult client. Какой вы привередливый клиент. Грамбл, проворчал, да? Трэп проворчал. Он начал ворчать, Трэп. Но я... Не только это. Не, у меня есть еще одно место. Ладно, типа не такое тебе здесь это. Хорошо, еще одно есть. Так, вот это вот не подошло. О-ля-ля. Так, давайте посмотрим. Would you believe it? Поверите ли вы? Поверите ли вы? Он провел меня прямо к маленькому домику на игровой площадке в Parmesan Flour. Мы на месте? Мы на месте? Он сказал proudly. С усмешкой. Гордо, да? Proudly это гордо, с гордостью. Гордо. Этот дом бесплатный. Я... The best. Я лучше всех решаю проблемы в новом Маус-Сити, чем кто-либо. Да, или что, да? Не так ли, да? Вот я самый лучший, да? Вот лучше всех решу любую проблему. Видишь, нашел для него бесплатный домик, даже так. Thank you very much, большое спасибо. Так, у нас еще с вами есть, ребята, время.
А я же если у не нас есть... доперевозила, я там еще переводила. А, не, мы до сюда дочитали все. Я the Grumblet. Не, ну вот же, New Mouse City or what? Я the Grumblet переводила, читала, то есть. Да? Ну, я не знаю, мне кажется, здесь... Ну, давайте перейдем. My Whiskers... Ну, тут мы не читали. Мы уши задрожали. А, да, точно, читали, да. Да, от... этого поражения такого, да, вот унижения, поражения. А, мои усы задрожали от проигрыша. Да. То есть он был побежден. Can you at least be? Да, точно, читали, видите, я уже забыла. Можете ли вы? Хотя бы. Хотя бы. For это благодарным. Вы можете хотя бы выразить свою благодарность? Трэп усмехнулся. Да, проворчал. Может быть, благодарным хотя бы, да, то, что вот он потратил время и показал ему все эти домики. Thank you very much. Большое спасибо. Видите, я уже забываю, старею. Так, ну что, ребят, есть у нас седьмой номерок? Есть еще немного времени, можем почитать. Нет, нет седьмого, есть ребята без номеров. Может, кто-то захочет? А, ну давайте, да, вот видите, успели ребята, как раз все почитать. Ребята, кто-то хочет еще читать? Нет желающих. Нет. А, ну тогда давайте, наверное, тут осталось 5 минут уже, в принципе. Давайте тогда вот здесь я остановлюсь, чтобы не было потом обидно, кто-то еще прочитал больше-меньше. Вот тогда мы остановимся вот здесь. I didn't want, да, ребят? Что же, давайте вот я выключу книгу, можно поговорить, спросить еще 2 минутки. 3 минутки у нас 5 минут есть. Как вы думаете, что же Трэпа будет предложить к себе прийти переночевать или придется нашему герою опять ночевать в этом маленьком холодном домике на площадке? Как вы думаете, что будет дальше? Чтобы на следующий раз начнем читать и посмотрим, как. У кого-то есть какие-то предположения? Где он проведет эту ночь? Опять в этом домике? И что случилось с его домом? What do you think? Что вы думаете? Нет, никто не думает. Нет никаких идей, ребят. Ну, если нет идей, тогда будем на следующий раз читать и узнавать. Подумайте. Вот я думаю, может быть, его родственники возьмут. Не может же быть так, что он опять будет на морозе там спать на холоде. А может быть, его дом приведут в порядок и отдадут ему назад. Может быть, и такое будет. Не знаю, что еще может быть. Нет идеи, ребят. Но если нет идей, тогда спасибо большое за то, что читали. Видите, переводили. До следующей, тогда суббота. Я надеюсь, уже ничего там не помешает быть уже вовремя. Хорошего вечера. До свидания. Большое спасибо за чтение, перевод.